Вот. Меня зовут Саид. Саид, давай прочтем с тобой текст. Прочти, пожалуйста, этот текст. За вот узоры. Узоры. Так. За окном мороз. Так. На окнах узоры. Так. Узоры, как розы. Угу. Хорошие розы. Молодец. Хорошие. И ага. Морозы. Молодец. Давай еще этот текст прочтем. Пастушки. Усина коса. Ага. У Захара коса. Молодец. Захар косит, а Сима кормит козу. Угу. Коза сыта. Молодец, Саид. Достаточно. Скажи мне, Саид, что такое алфавит? Алфавит – это по порядку расположенные буквы. Какие бывают буквы? Гласные, согласные. Буква «Р» – гласная или согласная? Согласная. Буква «А»? Гласная. Буква «Х»? Согласная. Так, буква «Ш»? Согласная. Буква «У»? Гласная. Молодец. Назови мне слова на букву «З». Зебра, зима. Так. Зонтик. Хорошо, на букву «Х». На букву «Х». Холод. Халат. Молодец. Холодильник. Халат. Хорошо, на букву «П». Помидор. Папа. Паша. Так. Повидло. Пирожки. Пончик. Хорошо. Саид, как узнать, сколько слогов в слове? Сколько гласных, столько слогов. Скажи мне, после точки какой буквой пишем? Большой. А имена людей, городов? Большой. А просто так слова? Маленький. Молодец. Слово Саид какой буквой будешь писать? Большой. А слово стол? Маленький. Слово Зегра? Большой. Слово Азербайджан? Большой. Слово Баку? Большой. Слово «тумбочка»? Маленький. Слово «компьютер»? Маленький. Слово «маркер»? Маленький. Скажи мне стишок про Навруз. У востока тонкий вкус, восток празднует Навруз. В мате праздник наступает, новый день обозначает. Говори, Захара. Навруз сегодня наступил. Гулять будем, что есть сил. Прекрасный праздник и вам... Желаю счастья, пампара. Саид, скажи мне, что перед тобой находится? Часы. А что на часах бывает? Циферблат. А на циферблате? Цифры. Маленькая стрелка и большая стрелка. Маленькая стрелка что показывает? Часы, большая стрелка показывает минуты. Молодец, хорошо. Теперь скажи, пожалуйста, вот сейчас сколько времени? Вот сколько сейчас время? Ровно 1. Молодец. А сейчас сколько время? Вот сейчас сколько? Ровно 3. Молодец. А сейчас сколько время? 3:30. Молодец. А сейчас сколько времени? Сколько времени сейчас? 3:30. Так, а сейчас сколько времени? 11:30. Хорошо. Зегра, перед тобой что находится? Часы. Что бывает на часах, Зегра? Циферблат. Так, еще. Циферблат и что? Так. Еще. Стрелки. Молодец. Вот эта большая стрелка что показывает, Зегра? Что показывает большая стрелка? Минуты. Минуты, молодец. А маленькая стрелка? Часы. Молодец. Зегра, сейчас сколько время? Ровно 2. А сейчас сколько время? Ровно 4. Молодец. А сейчас сколько время? Ровно 8. А вот сейчас сколько времени, Зегра? Сколько времени? 9:30. Молодец. 9:30. А сейчас сколько времени? 11:00. Молодец. Ровно 9.
Через 2 часа сколько будет? Покажи. Через 2 часа сколько будет? Покажи. 1, 2. Молодец. Исправь минутную 11. Стрелку. 11. Минутную стрелку исправь. Молодец. 5 часов назад. Сколько было времени? Посчитай. 5 часов назад. Угу. Так. Сколько? 2. Молодец, Захра. Молодец.